Дмитро Юрійович, доброго дня, вітаю з перемогою. Зрозуміло, що ви задоволені, напевно, результатом. Але розкажіть про гру, як вона складалася, чи були моменти якісь, які вас, можливо, не задовольнили. І загалом про перші 4 тури можете розказати, як вони складаються. Ну, спасибо за поздравлення. Первые три тура мы проиграли, ну, у нас незапланированные два тура были, это «Динамо» и «Шахтер», которые мы играли вне календаря. То есть, в принципе, мы их так, по большому счету не рассматривали как для набора очков, потому что понимали, что наши стратегические игры – это «Запорожье», «УФК», «Днепр», «Барса», «Сумы», «Полтава». Поэтому мы целенаправленно готовились к этим играм. Поэтому, наверное, чуть-чуть осадок остался, что мы не взяли какие-то очки в УФК Днепр. Ну, там стечение обстоятельств, не забили много, плюс, ну, не будем говорить про потусторонние, там, как обслуживают игры и все. Поэтому мы это опустим. Поэтому мы ищем причину в себе, надо забивать свои моменты, так как сегодня, в принципе, создали много и забили, и игру показали. Поэтому к этой игре мы готовились через игру с «Динамо». То, что мы, в принципе, сыграли с «Динамо» и должны были еще очки там взять, так получилось, что в меньшинстве заканчивали. Но, в принципе, через эту игру готовились к «Запорожью», потому что понимали тоже, что они играют короткий средний пас, стараются вылазить через середину, поэтому постарались высоко их встречать, накрывать, играть под их штрафной площадкой, проводить быстрые атаки. Что в целом, в принципе, удалось. Уже мы на 10-й минуте сегодня 4 мяча вели. Это говорит о том, что мы, в принципе, ребята справились с задачей, которая была поставлена. Ну и второй тайм уже на классе ее довели до ума. И еще забили 4 мяча, закончили 9 или сколько, 0. Ну, в целом, доволен, потому что я всегда говорил и буду говорить, если есть качество, есть и результат. Поэтому сегодня отталкивались от этого. В принципе, в каждой игре хотим улучшать игру. Результат результатом, но все-таки на первом плане стоит игра, потому что не сегодня, а завтра им идти в большой футбол, поэтому эти все счета, все это история, понятно, хочется финал, но очень радует, что они выполняют установку, они индивидуально прибавляют. Все, что мы хотели, мы сегодня все получили. Ви зараз конкуруватимете з Дніпром та з УФК Дніпро також за вихід, за потрапляння в четвірку. Там в когось 5 матчів залишилося, в когось 4. У вас залишається 3 гри і виглядає так, що виїзд до Дніпра може бути, в принципі, вирішальним з якоїсь сторони. Ну, так воно і є, так. Да. Я ж тому говорю, що зараз у нас, так, да, от ці 4 гри, які залишилися, Запорожжя, Дніпр, і Барса, і Полтава, це як ми... Так, в раздевалке у нас эта аура висит, что это 4 финала. Вот эти 4 игры, в принципе, все решат. Достойны мы играть в финале. Я всегда говорил тоже, что на финал должен ехать достойные команды. Не так, что где-то что-то случайно, там, какие-то моменты, там, еще что-то, кто-то что-то решал. Ну, нюансов много. Очень хочется, чтобы если мы заслужили туда ехать, то мы должны туда ехать. Если мы не заслужим, вот эти 3 игры все покажут. Если мы достойны, значит, мы должны брать очки из Днепром, из Барса, из Полтавы. И подсчетами точно никто не будет заниматься. То есть все до последней игры, а там посмотрим, в какой лодке мы поедем. Психологічно хлопці готові, так, до того, що кожна гра – це вирішальна? І... Я думаю, що так, да, ігра сьогодні це показала, тому що я вважаю Запорожжя очень достойной командой. Дети и с мячом работают, и видно, что они хотят на футбольном поле. Просто мы на сегодняшний день чуть-чуть оказались сильнее. Я не говорю, что там полностью деклассировали их, но просто в некоторых моментах мы просто их переиграли. Наверное, за счет того, что мы, наверное, просто лучше подошли к этой игре, злее. Нам, наверное, это было нужнее, чем им, потому что у них практически уже там шансов нету. Поэтому, наверное, поэтому... Ми більше хотіли, тому ми сьогодні виграли. Дякую за коментар. Бажаю вам обов'язково перемогти в наступних 3 матчах. Дякую.